маслина, масленица, мы с зимой прощаемся, на горах катаемся, блинами объедаемся. Хороводы, конкурсы, подарки и гарантированно хорошее настроение ждало уссурийцев на встрече с масленицей. Народный праздник проводов русской зимы прошел в новом сквере имени Осапова. Сегодня у нас и квест был представлен для ребят. И богатырские забавы, и театрализованное представление, и хороводная улица, и декоративно-прикладное творчество, и мастер-класс. В общем, все, что может чем порадовать наше учреждение, было представлено сегодня, в этот первый день масленицы. Все представления, которые подготовили сотрудники домов культуры Уссурийска, нашли своего зрителя. Тематические сказки и конкурсы, песни, пляски, ну и, конечно, хороводы. Ведь по преданию, чем шире круговой обрядовый танец, тем более жаркое будет солнце, а, соответственно, и богаче урожай. И конкурсы, и загадки, все. То есть полностью развлекательная площадка. Детям очень нравится водить хороводы, показывать движение русской народной там тематики. Хорошо, а какие-то призы поощрительные подготовили? Да, конфетки, то есть там всякие, ну, в масленичной теме все. Городу спасибо за то, что пригласили артистов, спасибо за украшения. Мы очень довольны. Это у нас первое такое шикарное мероприятие. Ну и какая же масленица без блинов, главного символа тепла и света – солнца. На каждом шагу ароматные угощения раздавали гостям праздника, но не просто так, а за выполнение задания. Из специального бочонка нужно было вытащить фант. Что попадется, то и делать. Нашей съемочной группе выпало спеть масленичную песню. В помощь пришел талантливый баянист. Мы давно блинов не ели, мы блиночка захотели. Блиночки мои, блины, 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 вы блиночки мои. Благодаря аккомпанементу и поддержке съемочная группа Телемикса заработала домашний блинчик. Чуть далее расположилась масленичная улица, где гостей привечали традиционным лакомством в самом разном исполнении. Ой, ну ассортимент богатый, конечно, есть и с сыром, с колбасой, есть с творогом, есть у нас со сгущенкой. Говори, с чем у тебя еще есть? С мясом, ветчина, сыр, печень, рис. А еще с медом и вареньем, шоколадные и ванильные. В общем, блинчики на любой вкус и даже цвет. Помимо тематических площадок, по всей территории сквера организовали фотозоны. Скучать не приходилось. Начало масленичной недели прошло на ура. Ой, вообще так хорошо. Так солнечно, так хорошо. Как настроение? Поднимается настроение здесь? Конечно, такое все повышает настроение. Прям очень хорошо, шутку устраивают. Прям очень клево. Очень весело, блины очень вкусные, поделки очень красивые. Мне все нравится. И моим друзьям тоже. Очень весело, очень нравится. Здесь витает хорошее настроение. Все очень круто, очень. Все очень хорошо. Праздник Масленицы пройдет практически в каждом микрорайоне города и закончится массовым гулянием и получасовым огненным шоу 1 марта на центральной площади Уссурийска. Марина Роман, Игорь Антонов, Телемикс.